Диковинные животные стали ближе. Питоны, кокодо, обезьяны, лемуры и другие представители фауны. В Люберцах открылся контактный зоопарк. Там можно не только посмотреть на животных и покормить их, но даже погладить и подержать на руках. Пятилетний Миша Гришаенков змей не боится. Как, впрочем, и других диких животных, в зоопарке ходит часто и с удовольствием. Можно сказать, общение с природой – его хобби. Вот и сегодня мальчик с радостью бегает от клетки к клетке. Смотрю на детей, на вот этих животных. Ну и кто тебе нравится? Все мне нравятся. А почему тебе нравятся? Потому что они такие прикольные. Питоны, обезьяны, попугаи, лемур, варан, шиншиллы и кролики. В новом контактном чудо-зоопарке можно не только посмотреть на диковинных и привычных глазу животных, но и тесно с ними пообщаться. Не надо кусаться! Ай, 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 ай. Какие когти! Приехали с города Санкт-Петербурга с животными экзотическими, со всего конца мира. Нас можно потрогать животных, фотографироваться. У нас представлены обезьяны, змеи, лемуры, попугаи, шиншиллы. Вопреки расхожему мнению, что контактный зоопарк – развлечение для детей, взрослым здесь тоже есть чем заняться. Татьяна Стриганова привела сюда внучку, но и сама получила много радости. Ну, просто нам нужны положительные эмоции, а где нам их взять? Поэтому решили порадовать себе. А кто вам больше всего из животных здесь понравился? Мне понравились обезьянки, что-то их давно не видела. В таком разнообразии очень много. В этом зоопарке действительно можно найти много видов этих забавных млекопитающих. Одна из них – чита, особенная. Дрессированная и любознательная девочка никого не оставит равнодушным. А вот лемур Муся, напротив, немного диковата и очень любит двигаться. Заставить ее сидеть на месте может только лакомство. Корм для животных запрещено приносить с собой. Здесь его выдают. Бананы, виноград и яблоки. Любой желающий может покормить местных обитателей. Чтобы воспоминания о зоопарке остались с вами надолго, вас сфотографируют с любым зверем и вручат снимок. Животные очень ждут встречи с вами на втором этаже торгового центра «Выходной» каждый день с 10 утра до 10 вечера до 22 октября. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.